Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, а также Тоха, Пельмешка, Тортик и Кустик. И сегодня мы снова играем в BMNG Drive. Всем слава, народ! Привет, ребят! Здорово! Здрасте! Ребят, сегодня мы большой компанией собрались для вас записывать шоу, которое называется «Прыжки с огромной рампы». У нас есть вот такой просто огромный сногсшибательный разгон. В конце этого разгона нас ожидает рампа, потом прыжок и цель улететь как можно дальше. Здесь есть буйки, которые отображают, сколько баллов мы зарабатываем, если перелетаем эти буйки. А под водой написаны десятые метры, сколько мы зарабатываем, если пересекаем эти цепи. Ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Что вы делаете, ребят? Все у вас в порядке? Бутерброд. Не, давайте без меня ваш бутерброд. Вставайте, пока все дружно рядом. Да, бутерброд. Так, и мы грузим тачки все дружно, смотрим, кому что выпадет. В итоге у меня это Бимкины. Ой, пацаны, Бимкины по желанию можно оставлять. И я оставлю эту Бимкину. Я оставлю ее, потому что у меня... А что делаем сегодня? Это что, кто дальше прыгнет? Что делаем все? Куст, который просто появился ниоткуда вообще. А мужики, а что мы тут делаем? Я, да, это мы прыгаем просто в длину как можно дальше. Так, у меня это пикап такой вот просто с надписью no. И ждем, пока тачка еще у Тор... А, у всех, да, появились новенькие тачки? Поэтому Тоха пока себе меняет. И это Бимкина пока. Бимкины по желанию можно опять-таки оставлять, если вдруг хороший какая-то выпадет. Lexus, Angel and Cruiser, да. Так, наблюдаем, пока мы за пельменем. Пельмень будет первый, поэтому ты пока стартуй, мы с тобой смотрим. Ну, я думаю, что будет это интересно. Ну, это как будто бы простенькая Панамера. Спойлер выдвинулся. Такой реально, такой, а можно спросить? Так, а можно спросить, да. Ребят, не только спросить у врача, мне только за справкой, ребят, вот этого, знаешь. Вот разгон такой здоровый. А вот, да, такой вот разгон. Реально, такой вот разгон, слушай. Скорость... Так, 3, 4, 5. И все в машине у пельменя сидим, наблюдаем. О, ты далеко не прыгнешь. Ну, 500 баллов берет, 500 плюс, и под водой в итоге 520 баллов ты взял, да. Неплохо, окей, время для Тохи. А 30 это следующая получается метка. Если ты ее пересекаешь, ты зарабатываешь баллы. Все максимально просто. Купец. Сложно. У вас купец, у нас товар, ты же сам понимаешь. Так, ну у Тохи явно тачка медленная. Да, прям очень медленная. 270. V8. Хотя для крузака как бы это хорошо, но вот для этого прыжка это вообще не очень. Скорость. Тоха переключил ESC, но как будто бы не помогло. Нет, я ничего не переключал. А, реально? 230. Нет, я ничего не трогал. 230. А ты вот там уже сосед, который все подряд классает. Так, 270 баллов 70. В итоге берет, да. Ладненько, давай кусты стартуй, я пойду последним сегодня. Поэтому давай, кустик, газуй. ФПС нету, ну поехали. Ну это нормально, это вообще. ФПС лишнее. А че мне реально? Да у меня тоже ФПС нет практически. Вообще ФПСа нет, да? Ну что-то такое себе. Брат, а ты газмешь, да? А я... Да. Ты вообще как едешь, да? Нормально все? Ну, вроде бы, да. У тебя как будто бы не X5M, а как будто бы 2 литра. А, ну я понял. Слушай, она быстрее, чем у Тохи хотя бы, да? Уже неплохо. Она легенькая, она пустая внутри, мне салона нету. По-моему, она тяжелая, братуха. Скорость падает напрямую. Да, скорость падает, да. Ну, Тоху ты, конечно, перелетишь, но пельмени вряд ли. Полет очень нормально, нормально полетело. Ну да, 340 баллов взял. Неплохо. Ладненько, давай, нормально. Тортик, стартуй на... Ребят, сейчас будет уникальная ситуация. Поплыли. Прямо сейчас я подключу подруливающие колеса торту. Я вот прямо сейчас захожу в подписку и активирую подруливающие колеса. Но не знаю, сработает, нет. Но просто обычно на 223-м ломаются колеса задние. Но нет, у этого норма. Закрутили хорошо. Скорость хорошая у торта, в всяком случае, поэтому реально хорошая скорость. Он тяжелый, не полетит, смотри, чекай. Оно тебя облетает, а вот пельменя нормально. Нет. Нормально. Да. И это 410 баллов в итоге. 10. Ладно, пацаны, время для нормально. Меня, время для Драгстера. Поехали. Тут у меня скорость такая себе была, я пока тупо один. Ну пока да. Ненадолго. Ну, ну, тут непонятно. Я не знаю, как я полечу. У тебя. Ну, конечно, да. У меня бензина нет, мужики. У меня максималка. У меня максималки нет. Ой, максималка-то. А движок у меня что, чек? Так ты сейчас заглохнешь. У меня сейчас движок лопнет, мужики. Я тебе говорил, у тебя корыто.
Нормальная машина у меня. Ну, я, конечно, полетел, но... Но... Кустика! Кустик! Мута-мута, братуха! Это сколько вообще? Это 340 баллов так же взял, как и Кустик, ладно. Рыбки плавают, да. Ладно, это был... Ну, типа того, да. Давайте пока обратно вставайте. Это был первый такой жеребьевочный раунд. Меняем тачки, теперь смотрим, кому что. А это я не буду считать Бимкина, нафиг надо. Бимкина... Опять Бимкина. Или... Да, Бимкина. О, Ламба! Ламбар-гамбар у меня выпал. Ема там... У меня Бимкина же, да? Че там за жук? Да, Бимкина. Жук — это Бимкина, да, тачка. И Бимкина. Биби. Бимкина, да. Ема! Братуха! Это вообще имба! А что там? Реактив? Ну это ж, не, это шестерка, да, реактивная ДПС, реактивная ДПС. А вот у Тохи, а вот у Тохи имба. Вот у Тохи, да. У Тохи имба, реально. У Тохи, да. И в итоге что у вас? Че, может, я первый тогда пойду? Да, там машина у всех. У Кустика пока Бимкина. Прикольные сильверады, на самом деле, у Пельмехи. Прикольные, реально. Это Ешка, если не ошибаюсь, да ведь? Это Ешка новая, блин, прикольная, прикольная, да. Ладно, давай, Пельмень, газуй, смотрим пока мы за тобой. Смотрим за Пельмешкой на сильверадике. Но слушайте. Он не должен быть быстреньким. Ну, по сути, да. По сути, вкусный. По сути, вкусный. По вкусу вкусно, самое главное. Поэтому смотрим, пока мы наблюдаем. Скорость... Ладно, на... Ну, слушай, норм. Ну, неплохо, неплохо хотя для пикапа-то, да. 300+. Ну, скорость напрямую, но конечно, падает. Будет. Да, он будет тяжелый, скорость напрямую, к сожалению. Скорость очень сильно падает. 160. Да, 260. Ну, наверное, 300 плюс будет, да и все. 300, наверное, 60-70, да? 360, 360, да, все. Хорошо, давай, Тох реактивный! Сейчас, погоди, я протестирую, как это работает. А, значит, все, я могу это включать. Окей, хорошо. Тох, подожди, респонись по-нормальному еще раз, да? Вот. Еще раз. Еще раз. О, все, поехал, да, потому что ты был у нас полностью поломанный. Ема, да. Тох реактивный! Это вообще имба у Тохи. Но у меня он более-менее едет. Просто уже 270. 300, 400. Какая скорость? Блять. Давай, Тоха, 500. 600. 700. Сейчас разваливается. И полетел на финиш. Охренеть. На созоне, давай. Сколько тут десятков тысяч? Охренеть. Ну, ребят, мне сразу 1 000 000 баллов, пожалуйста. Это счет, ну понятно, Тох, лучше респонишь, чтобы не вылететь из игры. Ты глянь на мою максималку, 15 000 км/ч. Короче, ты заработал... сколько? А здесь нету обозначений. Ты заработал 1500 баллов. 10 000 баллов. 1500 баллов. 1500 баллов за раунд. Ну там это максимум. Нет, это максимум, сколько можно? 1500. Охереть просто. Что это за покемон, блин, Антон? Антон ГТР, реально, я вам отвечаю. Это кликуха, который... Куда ты поехал? Я думал, я следующий. А, да-да-да, стартуй. Ты куда вне очереди? Давай, Кустик, стартуй, давай. Ой. Сорян, баканул. Я, если что, жму газ в пол. А чё так плохо? А, да? А у меня 4 FPS. Это очень быстро. Я вообще еду? Ну, да, но... Ну, как сказать? Как тебе сказать, да. 90. Он на нейтралке едет. Ты на нейтралке реально едешь. Я 200 лечу. 270. А где твой FPS, братуха? А что с ним случилось? 280. Ну у нас только 180. 180. 300 лечу. Это обман зрения или еще? Потому что у нас скорость 180. 280 еду. Давай, 200! Ура! Прилетел! Убегали полет! А прикиньте, реально? Мне понравилась его фраза в самом начале, он такой... Я газ пол! Я газ пол жму! Просто еду такой 2 км/ч. 380, да. ФПС убил, получается, Кустика. А торт поломан, ну ладно, езжай, если она целая, езжай. У меня
меня целая. Целая, да, ладно. Это синхрон, ребята, по поломкам. Ну, у меня она поломанная, да. Ладно, смотрим, пока мы за тортом в этом раунде. Ну, ребята, это, конечно, с кустиком имба получилось. Ну, ты баллы-то неплохие взял, поэтому ладно уж, хотя бы так. Как будто бы чек вылез, уже ГРМ поврежден, как будто бы ты сейчас лопнешь, нет? Ща, да, просто перед прыжком бунька. Но нет, обороты упали, скорость поэтому 190. Все окей. Да, обороты, 160. 170. 150. Да. Ты хотя бы сотку возьмешь? Ладно, да. 100 баллов. 140. Ща не едь в следующем, а глянь просто прикол. Давай. Сейчас это заметил. Давай, смотрю. Все, начинаем разгоняться и... Полетели. А, полетел, да, я понял. Я понял. Ладно, ребят, время для меня. Финальный прыжок в этом раунде. Смотрим. Ема там Тоха за перила улетел. Тоха такой, конечно. Смотрим. Ну, скорость неплохая, у меня окей. 400 есть? Будет почти. Почти было. А, она разгоняется. 400 будет, да? 400 есть! Кайф! 400 км в час! Это неплохо, нормально. Это 500 плюс. Ну, конечно, не как Антон ГТР полетел, но 550. Антон ГТР. А это кликуха, его-то не знал, это Антон ГТР у нас. Да-да-да. Ладно, вставайте пока все обратно, да. А что торт двигается под водой? Я все заснял. Ну, он где упал, мы же не потом баллы сравниваем, а когда упали, поэтому. Ладненько, вставайте все рядом. Я чуть двигалку оторвать пытался. Как FPS тебя куст вернулся, нет? Нет. Ладно, меняем. Такой с улыбкой до ушей. Нет. Меняем тачки. О, у тебя прикольные чуроки у куста. Жаль, что без FPS. А Тоха решил не менять, да? А Тоха, ну ага, конечно, сейчас он будет. Слушайте, может я сейчас поеду? Как раз. Да ну, что за прикол? Рамтер X, да, я понял. И ждем еще тачку у Торта. Да, у Торта ждем. И получается еще у Тохи ждем машину. Да. Да. Так, у всех есть тачки, и у это получается пятерка М5КС. Так, Тоха, пока вернись. М5КС у Торта, да. И первый у нас стартует, как всегда. Пельмень, давай стартуй, смотрим. Не успел его боднуть. Боднуть? Я в тебя боднул. Жутко. Давай, газуй, смотрим. Проверяем. Летим. Ну, максималка, конечно, не самая лучшая, но... Ну, слушай, неплохая, на самом деле, для TRX, ну, да, 300 нормально. Есть. 300 неплохо. Конечно, тяжелая тачка есть такое, но... Сколько, подожди? 300. Сколько? 290, 280. Почему у меня 500 едет? Я не знаю почему, наверное, какая-то рассеянная хра. 510, 515. И 370, 380. 390. А у тебя километров в час или мили в час? Ну если бы мили было бы... Да, было бы меньше, да. Не, ну мало ли вдруг... Это из FPS, Тоха, скорее всего. Наверное. Давай, Тоха, стартуй теперь ты на электро Бимкиной тачке. Тоха решил себе Бимкину взять машину, поэтому... Да. Единственное, что у электрокара, скорее всего, маленькая максималка, но мы это же посмотрим еще. У меня вообще весь только разбитый, он не газует, по-моему. Даже, он просто скользит. Не, ну 300 норм идет, слушай. Ну да, 490, 500, 501. Нет, это синхра, у тебя какая-то лютая по скорости, потому что у нас он 260 едет. 260. И полетел. 500. Дальше. Нет, чуть дальше. Ровно 400. Давай, Ку, стартуй, теперь ты. Оса, поехали. А сколько FPS? Я не знаю, не вижу. Ема, что ты прыгаешь? Что ты прыгаешь? У Куста FPS просто нет, ребят. А мне колесо уже лопнуло. Реально? Да, мне оранжевым светится. Ну, бывает, слушай. Куда летишь? Какая скорость, скажи, потому что у нас отображается 200 только. 220. Она скачет постоянно у нас. Короче, у Куста проблемы явные. Да, Куст еще и прыгает. 370, я киплю. Закипела тачечка. Полетел. 380 улетел. Ема тебя трясет в воздухе. Вот это полет. Ема. Слушай, ну это нихера себе показатель. Нормальный 600. Почти. Это 700 будет сейчас. Это 700. Ты куда?
720? И назад откинь. Чего? Это имба, да. Ладно, давай. Давай торт. Давай торт на М5КС, стартуй. Ну, немножко прыгнула. Но вот, я не знаю, почему-то именно... Почему-то именно у куста беда, короче, с FPS-ом. Не знаю почему, но что есть, то есть. Меня все устраивает. Все устраивает, да? Да. Спасибо, как говорится, что игра запустилась, да? У меня появилось 90 кадров. Как это работает? Я понял. 340 на М5. Отлично. Какие 340, вот 270 ехали. Да, не, да какие-то... Не, Кус, лучше не озвучивай скорость, потому что тебя явно раснехра. 400... Сколько? 400... У меня 100 FPS. 450, да. Ладно. Окей, время для меня на Бэхе семерке. И что у меня в итоге будешь? Смотрим. А это не та снитра. Это не та, которая, блин, очень быстрая. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, обидно. Сколько ты едешь? Ну вот сейчас 200 ровно. 240, 250, 280, 320. 300, да все, куст, не озвучивай ложную информацию. 300 ровно иду сейчас, короче, я. А че, ты на 320 завис? Я не... В смысле завис, я еду. Нормально меня все. Я обгоню вас вообще. Ой, ты кабанчик. Нет, ты на них упадешь опять. Привет. Я ровно прилетел на сколько? Ровно 400 баллов взял, да. Ребят, ставьте лайки и не забывайте подписываться на канал. Это очень важно. Спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока. Всем привет.